Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» протягує свою роботу в ефірі. У студії працює Наталія Ігнатенко. Добрий день. Глядіть у гэтым выпуску. Реалізацію мероприємствоў по безпеці дорожного руху обмірковували сьогодні на посяджэнні гомельського гарвыканкама. У Гомелі вибрали лепшую медсестру регіона. Претендентки на титул «Місіс Гомель 2016» рыхтуюцца до фінального шоу. А зараз об гэтым і іншым больш падрабязна. Пашырэнне вуліц, стварэнне інфраструктуры для велосипедыстаў і асвятленне аўтадарог. Сёння на пасяджэнні гомельскага гарвыканкама абмеркаваны ход рэалізацыі мерапрыемстваў па бяспецы дарожнага руху. Алег Сенцеров пацікавіўся дарожнай статыстыкай. Будь уважлівым на дарозе, колькі не заклікай, а некаторыя на гэтае слова ніякай увагі. 53% дорожно-транспортных зарядников, которые отбываются в Гомеле, связаны с наездами на пешеходов. И только у 20% этих выпадков вина самих пешеходов. Практично все остальное можно отнести до так званого агрессивного водения. Бадай, головный плюс у такой ситуации – огульное изменение количества дорожно-транспортных зарядников у Гомеле с початку этого года 112 на 19 меньше, чем летось. При этом количество загинувших поменьшилось амаль удвоя. У Державтоинспекции такую статистику тлумачить шерохом причин. По-перше, поширили несколько улиц, причем на некоторых еще и подземные пешеходные переходы обсталевали. У вынику их пропускная здольность поедичилась в несколько разов. А прача того, неде заменили асфальт, неде зарабілі транспортныя кольцы. Яскравы прыклад – вуліца Кірава, дзе наезды транспорту на пешаходу больш не рэгіструюцца. Правда, калі ехаць па Гомелі стала больш зручна і бяспечна, то спыніцца часта просто няма дзе. Зараз у Гомелі налічваецца больш як 160 тысяч аўтатранспартных сродкаў. Месца для парковак для ўсіх просто не хапае. При градостроительстве, я думаю, что этому вопросу будет уделяться внимание большое. Есть у нас возможности, значит, уже есть в республике паркинги, которые, будем говорить так, устанавливают. Есть примеры в городе Минске, в других местах. Поэтому необходимо брать за пример. У нас это делается в городе. Я думаю, тогда этой проблемы будет меньше. Разом с тем, реализация этих планов одним годом явно не обмежуется. На посяджении гарвыканкама констатуется, по причине отсутности сродков, все лето не отрималось у полном объеме выполнить планы по добропорядкованию тротуаров, установке вонкового осветления, будовництве транспортных кольцов. Кошт питания 250 тысяч рублей. Хоть в плане дорожной безопасности не все вымирается финансами. У транспортных предприятий, например, на диспансерный улик поставлены все водители, которые имеют высокий артериальный тиск, а контроль за станом алкогольного опьянения узмоцнены. На жаль, и такие выпадки все еще не выключение. У Гомель-Аутотрансе от работы все лето отхилили 2 человек, у Гар-Электротранспорте – 3. А прича того, активизована работа доброохотных дружин, которые только в этом году выявили около 400 фактов порушения правил дорожного руху. И еще одно питание, на которое планируется звертать больше пильную увагу – створение инфраструктуры для велоаматоров. Урешче Гомель повинен быть комфортным и безопасным для всех. В настоящее время уже выполнены ряд работ по понижению бордюров и устранению аварийной ямочности. Вот. И уже планируется в первом полугодии 2017 года организовать достаточно большое количество велодорожек. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». П'яному не месца за рулем. Я ще раз нагадвае Дзяржаўтаінспекцыя. Папярэдзіць ДТЗ па віне нецвярозых вадзіцеляў – галоўная мэта комплексу профілактычных мерапрыемстваў, які сёння распачаўся ў Гомельскай вобласці. П'янства за рулем, прамы шлях на лаву падсудных, азначаюць судаі. Ваджэнне ў стане алкагольнага ап'янення – адна з асноўных прычын дарожна-транспартных здарэнняў. Кожныя суткі на дарогах вобласці выяўляюць у сярэднім 14 вадзіцеляў, якія перад тым, як сесці за руль, ужывалі спіртное. Працягваем выпуск. Мясцовыя ўлады дапамогуць жыхарам рэгіёна знайсці адказы на хвалюючыя пытанні. У суботу працягнуць работу прамыя тэлефонныя лініі. 3 снежня звароты грамадзян выслухае старшыня абласнога савета дэпутатаў Алег Леонідавіч Барысенка. Нумар тэлефона 75 12 37. Гамельчане могуць звярнуцца да старшыні гарадскога савета дэпутатаў Івана Афанасьевіча Барадзінчыка. Званкі ён будзе прымаць па нумары 75 19 8. 84. Час работы прамых ліній з 9 раніцы і да поўдня. У Гомелі выбралі лепшую медсястру рэгіёна. Наколькі прэстыжная гэтая прафесія ў нашы дні і якімі якасцямі неабходна валодаць, каб стаць у ёй лепшай, даведалася Ганна Кавалёва.
Сегодня в Гомельской области працуе каля 17 тысяч медсестер. 20 из них сёлета вырашили выпробовать свое майстерство у штогодовым профессийном конкурсе. До этого все они прошли районные этапы. Областный включал 4 выпробования. Треба было продемонстрировать свои таленты, артистичные и профессийные здольности. Будем учитывать обязательно профессионализм, возможность держаться конкурсантки на сцене, обязательно ее интеллектуальный уровень. Комплексно будем подходить к этому вопросу. Специалисты у этой профессии у нашем регионе рыхтуют Мазырские и Гомельские колледжи. Проходные баллы у них стабильно высокие, что доказывает престиж профессии. До речи, гэты конкурс традиционно проходит у Гомельским колледжи. И амаль полова сёлетних удельниц у свой час скончила миновито эту установу. Я здесь училась, и эти стены мне родные. Радость, потому что я здесь. Через столько лет это очень приятно. Конечно, верю в победу. Мечтала быть медсестрой 7 класса. Почему-то вот я себя видела в белом халате. А самое сложное, наверное, не быть черствой, не потерять вот эту вот, не перейти эту грань между человечностью и когда человек просто остается ко всему равнодушным. У кожной конкурсантки за плячима не меньше, як 5 годов працовного стажу. Усе мают добрые рекомендации и занимаются громадской працей. Тому вызначить лепшую было складано, и все же выбор зроблены. Переможцей признана медсестра Гомельской областной инфекционной клиничной больницы Людмила Стеба. Было волнительно, естественно, но конкуренция была сильная. Я старалась, и все участницы тоже старались. То, что получилось, выиграла, да, я очень рада. Я планирую продлевать карьеру, хочу стать операционной медсестрой. Надеюсь, что после этого конкурса у меня будет больше возможностей к этому прийти. До речи, у конкурса хоть и предугледели призовые места, але без признания не застався никто. Кожная удельница стала переможцей у особной номинации, бо кожная из их финалистка, а значит, у лику лепших. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». Коли для удельниц конкурсу медсестер хваляванні клопоты засталіся у минулым, то претенденток на титул «Місіс Гомель» гэта яшчэ толькі чакае. 8 снежня отбудется финал конкурсу. Як ідзе падрыхтоўка, даведалася Ганна Каральчук. Уже на протягу 3 тыдняў гомельские прыгажуни рыхтуются до конкурса у режиме нон-стоп. На великие нагрузки конкурсантки не скардятся, хоть займаться приходится каждый день. Причем не только до филей хореографии, але и у тренажерной зале. Мати 5 детей, Алину Малыш, такий расклад не полохая. И она поспевает и нянчить 3-месячную дочку, и уделять увагу старейшим детям. Не сидеть дома на диване, а водить их тоже. Какие-то кружки, футбол, танцы, так как модельная школа. У меня дочка моя выиграла. Маленькая гомельчанка. У нас 27 ноября был конкурс. Она заняла 1 место. 2 сына футболисты. Старший сын гандболом занимается. Дочка в модельную школу. Ну и все они ходят на танцы, уличные танцы, хип-хоп, брейк-данс. Головная миссия конкурсу – пропаганда престижу материнства, идеалов миру, добра и прихожости. А для самих девчат – это махчимость убачить себе в новом светле, изменить обстановку и зародиться позитивом, який часом так потребны ему декрете. Отчуть себе пригожей, мета накированной и поспяховой можно в любом узросте, в незалежности от хатних клопотов. Это взгляд со стороны на себя, потому что постоянно перед зеркалами. Как бы со стороны не каждый день так много себя видишь, смотришь, поэтому начинаешь иногда видеть то, что ранее не видел. У нас очень дружный коллектив, у нас очень все хорошие девочки. Вы знаете, это какой-то стимул просто сюда прийти, и это отвлечение. То есть семья, быт, это все хорошо, но конкурс – это есть то, что ты немножко подзабыл. То есть во время декретного отпуска есть такое, что женщина немножко уходит в быт, в семью, а это такое отвлечение. Головный приз – ювелирное упрыгоживание и 5 000 рублей. Але сам факт удела в финале – уже шмат для кого перемога. У каждой удельницы великая группа поддержки из родных, сябров и коллег. Журналисты телерадиокомпании «Гомель» будут болеть за Евгению Савину, редактора службы информации. Але поспехового выступления на конкурсе мы ожидаем усім удельницам. Переможца будет представлять наш город на інших конкурсах, у тым ліку і республіканскім. Імя місіс Гомель, до речі, стане вядома 8 снежня, калі конкурсантки выйдуть на сцену обласного драмтеатра і продемонструють усе свої таленти. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».
Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. І на гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і вобласці. Заставайцеся з намі.